С 30 ноября по 1 декабря посольство Узбекистана в странах Бенилюкс приняло участие в ежегодном фестивале «Восточный базар», организатором которого выступил Центр Лейденского университета по исследованиям ислама и общества. Мероприятие проходит четвертый раз, и в этом году оно было организовано в Государственном музее древности в Лейдене. Участниками фестиваля стали представители более 20 стран Ближнего Востока, Африки, Европы и Центральной Азии. Делегацию Узбекистана возглавил посол Узбекистана в странах Бенилюкс Дильор Хакимов. В ее состав также вошли узбекские ремесленники, члены ассоциации «Хунарманд». На фестивале продукция узбекских мастеров вызвала интерес у нидерландской публики. Украшения, чайные наборы, сумочки, шкатулки и многое другое были на расхват у любителей восточного искусства и мастерства. Кроме того, организаторы пригласили на мероприятие ведущих ученых и исследователей Лейденского университета, которые выступили с лекциями, посвященными истории и современному развитию различных регионов мира. В частности, лекция заместителя Международного института азиатских исследований Вильяма Фогельсонга была посвящена узбекам Афганистана. Ученый провел в Афганистане более 30 лет и рассказал об истории, культуре, искусстве и сегодняшнем дне узбекского населения в Афганистане. Узбеки являются неотъемлемой частью современного многонационального Афганистана. А лекция профессора Елены Паскалева была посвящена архитектуре времен династии Тимуридов. Их художественное наследие является одним из новаторских достижений исламской архитектуры. Еще одним интересным событием фестиваля стал практический семинар, посвященный узбекскому языку. Его провел кандидат филологических наук, специалист по тюркским языкам Лейденского университета Николас Контовас. Было отмечено, что сегодня узбекский является языком общения для более чем 30 миллионов человек по всему миру. Также отдельное внимание было уделено каракалпакскому языку. Нам очень приятно, что впервые в фестивале «Восточный базар» приняли участие представители Узбекистана. Среди них мастера народно-прикладного искусства. Мне особенно приятно, что сегодня мы провели лекцию, посвященную архитектуре времен династии Тимуридов, и тем самым внесли свой вклад в демонстрацию красивейших монументов стран Центральной Азии, среди которых особой величественностью выделяются, конечно же, монументы, расположенные в Узбекистане. Во время фестиваля гости смогли также насладиться национальными танцами, песнями и музыкой стран-участниц.